Те, кто хоть раз занимался дайвингом, прекрасно помнят весь спектр эмоций, который вызывает это развлечение. Радость от красоты подводного мира, удивление при виде рыб и медуз, спокойствие, которое дарит вода, и вместе с тем странный внутренний страх перед тишиной и неизвестностью. На дне океана можно найти все, что угодно, от обломков кораблей до оружия, оставшегося после былых сражений. О самых пугающих находках рассказывает автор ролика внизу. С тех пор, как люди научились строить корабли, они стали использовать их для переправки грузов. Но океан коварен и может топить корабли вместе с несметными сокровищами, которые лежат в трюмах. Существует целая категория кладоискателей, которые специализируются на подводных поисках. Они поднимают старинные архивы, узнают примерное место, где мог затонуть тот или иной корабль, и начинают активно прочесывать метр за метром. Однако и во время дайвинга на новом месте может подфартить, и вы наткнетесь на судно, набитое серебром и златом. Именно так произошло с дайверами в Прибалтике, которые обнаружили корабль с сокровищами. Он покоился на дне океана с 1564 года и ждал своих героев. Но если одни вещи попадают на дно моря по стечению обстоятельств, то другие специально помещаются людьми для различных целей. Одни устанавливают скульптуры, чтобы показать свою креативность, другие устанавливают фигуры, чтобы привлечь дайверов и создать туристам яркие и запоминающиеся впечатления. Так поступили в Анапе, где на морском дне поставили трехметровую фигуру инопланетного захватчика. Организаторы подводного плавания сами сделали чужого и опустили его на дно при помощи крана. Поверхность планеты постоянно находится в движении, которое незримо для нашего взгляда и неощутимо. Проходит не одна сотня лет, прежде чем рельеф местности изменится. Лучше всего это заметно на прибрежных территориях, когда дайверы находят древние селения под водой. Когда-то они были на берегу, но время и вода взяли свое. Так, рядом с одним из английских островов была найдена подводная деревня, возраст которой примерно 8 тысяч лет. Археологи, заинтересованные находкой, обнаружили предметы, которые говорили о большей развитости наших предков.